Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире. Голосуйте за будущих депутатов парламента Западной Армении. Сыны Западной Армении Ким Хачатрян. Вопросы армян Западной Армении. Конференция в Париже. Пытаются стереть следы армян Арцаха, но на протяжении многовековой истории в Арцахе жили и творили армяне. Ведутся дебаты о конкретных способах присоединения Нахачевана к Азербайджану. Шарль Мишель. Министр иностранных дел Эстонии посетил мемориал жертвам геноцида. Выставка МУК Кашатах в историко-культурном музее заповедники Звартноц. Законодательные выборы 2023 года. Избирательная комиссия парламента Республики Западная Армения представляет официальный список кандидатов в депутаты парламента Западной Армении на выборы 2023 года. Принимайте участие в выборах в будущий парламент Республики Западная Армения. Заполните форму опроса и проголосуйте. Подтверждение вашего выбора «за», «против» или «я воздерживаюсь» и правильно заполненная форма будет завершена нажатием клавиши «отправить». Вы можете проголосовать только «за», «против» или «воздержался». Любые другие варианты будут признаны недействительными. Проголосовав, вы поддерживаете или отклоняете представленных в списке будущих депутатов парламента Западной Армении. Форма для голосования будет открыта с 8 утра 8 декабря 2023 года по 15 декабря 2023 года до 12 ночи. У солдата только один выбор – или смерть, или свобода. Именно эти слова, как лозунг, говорил доброволец Ким Хачатрян. Ким Хачатрян родился в селе Арани в Аюдзёрской области. Ким по-особому любил деревню и, как рассказывают друзья, часто уговаривал их приехать в Арани. Чувства к Арцаху были другими. Это была другая возвышенная любовь. Учился в Ереванском государственном медицинском университете имени Мехтара Гераци. Мечтал открыть стоматологическую клинику в деревне. Гордый, патриотичный, красивый, с лучезарной улыбкой, так вспоминают и описывают Кима Хачатряна. Ким записался добровольцем с самого первого дня войны. По стечению обстоятельств на фронт отправился 12 октября. В течение 2 недель говорил: «Мне стыдно ходить в гражданской одежде, когда мои друзья на поле боя». За день до отъезда на войну Ким написал: «У солдата только один выбор – или смерть, или свобода. Держите порох наготове, держите прицел наготове, чтобы пуля пронзила сердце. В борьбе нет милосердия и совести. Не вступай в союз с совестью. Будь безжалостнее врага, разреши старую боль мести, твоя задача – смерть дьявола. Пусть враг проклинает тебя, пусть мать твоего врага проклинает тебя, но благослови свой народ». Ким Хачатрян погиб 30 октября 2020 года, защищая Родину. Вечная слава павшим в бою героям. 3 марта 1918 года был подписан Брест-Литовский мирный договор, по которому большевики не только отказались от всех достижений победоносной русской армии в Первой мировой войне, но и пошли на огромные территориальные уступки Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Османской империи. Россия теряла Украину, Прибалтику, Финляндию, а в Закавказском регионе – Карс, Артаган и Батуми. Статья 4 договора гласила: «Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить вывод своих войск из провинции Западной Армении и их регулярное возвращение в Турцию. Российские войска также должны быть немедленно выведены из Ардагана, Карса и Батуми. Россия не будет вмешиваться в процесс новой государственно-правовой и международно-правовой организации этих регионов, но предоставит населению этих регионов возможность установить новый порядок согласия соседних государств, особенно Турции. Следует отметить, что все уступки России и Турции были сделаны в ущерб Западной Армении, которая 3 месяцами ранее была признана независимой. Подобные сделки в международном праве называются передачей территории, оккупированной одним государством другому, и эта территория остается оккупированной. В дополнение к основному договору в Бресте также подписывается российско-турецкий так называемый дополнительный договор, о котором можно ознакомиться на нашем сайте Western Armenia TV.
11 ноября в историческом здании Национального института восточных языков и цивилизаций Парижа началась двухдневная научная конференция «Шуши, жемчужина Кавказа», организованная фондом «Иналко». В вступительной речи президент фонда Филипп Адивани отметил, что придает большое значение культурному наследию не только Шуши, но и всего Арцаха, которое сегодня находится под угрозой. Сделают все возможное, чтобы задокументировать как можно больше памятников, что даст возможность защитить памятники на различных платформах. С речью выступила посол Армении во Франции Асмик Толмаджан. Коснулась проблем сохранения историко-культурного наследия Арцаха и существующих вызовов. Конференция началась с презентации веб-сайта «Хишатакаран», являющейся одним из важных инициатив фонда «Иналко» популяризации и сохранения историко-культурного наследия Арцаха. Сайт станет уникальным хранилищем свидетельств о памятниках и их библиографии. Доклады, представленные в течение двух дней, касались прошлого и настоящего Шуши, славных трагических дней. На конференции приняли участие высокопоставленные должностные лица Франции. Вице-председатель Сената Франции Пьер Узулиас в своем выступлении отметил: «Нельзя считать Арцах мертвым. Все наши усилия должны быть направлены на сохранение наследия». С речью выступили генеральный директор Музея Франции Эрве Барбаре, ректор Института восточных языков и цивилизаций Жан-Франсуа Ашет, директор Института защиты национальных памятников Шарль Персона коснулся случаев уничтожения армянских памятников и отметил: «Мы готовы вместе бороться с уничтожением памятников Арцаха». Выступил депутат Европарламента Франсуа Беллами, дав четкую оценку тому, что произошло в Арцахе, отметив: «Это была не просто война за захват территории. Это война геноцидальная, направленная на уничтожение следов армян Арцаха. Однако всем нам известно, на протяжении своей многовековой истории армяне жили и творили в Арцахе, что, в свою очередь, Азербайджан продолжает фальсифицировать и разрушать. Именно поэтому борьба за сохранение наследия очень важна, и долг Европы быть хранителем культурного присутствия». Глава Баку заявил, что у него нет территориальных претензий к Армении, но существует разногласие по поводу открытия путей сообщения. Об этом на пресс-конференции заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, касаясь наблюдения, в чем причина опасений, что Запад постоянно предупреждает Баку об уважении территориальной целостности Армении. На самом деле, если быть точным, ведутся дебаты о конкретных способах связи Нахачевана с Баку, чтобы убедиться, что они уважают суверенитет и законодательство Армении, сообщил Мишель. Несмотря на усилия Запада по содействию миру в регионе, фактически переговоры, ведущиеся при посредничестве Европейского Союза и Вашингтона, в течение последнего месяца прекратились. Глава Баку Ильхам Алиев по разным причинам отклонил уже 3 встречи. Не складывается ли у вас впечатление, что азербайджанская сторона затягивает процесс и вводит вас в заблуждение? Отметив, что Брюссель настроен оптимистично и продолжает попытки организовывать новую встречу. Однако Баку еще не дал согласия на встречу на высоком уровне. Прибывший в Восточную Армению с рабочим визитом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в сопровождении заместителя министра иностранных дел Республики Армении Паруйра Ованесяна посетил мемориал жертвам геноцида. Исполняющий обязанности директора музея института сопроводил гостей к мемориалу геноцида, представив историю создания мемориала. Эдита Газуян сопроводила гостей к памятной стене, за которой в специальных нишах в задней части собраны маленькие кувшины с землей, взятые с могил иностранных общественных политических деятелей, представителей интеллигенции, миссионеров, поднявших голос против массовых убийств армян и геноцида, совершенных турецким правительством в конце 19 и начале 20 века. Поблагодарив за визит, исполняющая обязанности директора музея института Эдита Гзоян подарила почетному гостю книги о геноциде, совершенном против армян. 12 декабря в историко-культурном музее-заповеднике Звартноц открылась выставка «Мун Кашатах». На выставке были представлены фотографии историко-культурных памятников Кашатахского района, в том числе старинных мостов, церквей, хачкаров, замков и крепостей, автором которых является фотограф Зограб Эркоян, редактор официальной газеты «Меран». На открытии выставки бывший глава администрации Кашатаха Александр Акопян отметил: «В этом году исполняется 30 лет со дня основания района», выразив уверенность, что это было рождением арцахского движения.
По словам автора фотографий Зоураба Иркуяна, на выставке представлена часть архива. По его словам, фотографии, представляющие армянское историко-культурное наследие Кашатага, были отобраны таким образом, чтобы посетители смогли получить как можно более широкое представление о регионе. Представлены самые старые памятники, отражающие дохристианский период, наскальные рисунки, вишапакары, замки. Выставка продлится 2 месяца. По словам организаторов, запланированы образовательные программы, открытые уроки по памятникам, традициям и истории. И в завершение новостей послушаем песню Нежде «Арази Апин». Surktan can gitmek mada. Hura, 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 kaç fidayu sure şofşova. Hura, 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 kaç nezdehi sure şofşova. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра.